«Дорогой мистер Старик, людей нанял. Удар завтра. После смерти Дизраэли Билли коррупции не пройдет, а Гладстон будет сговорчивей. Да хранит вас отец, так далее. Б. Стало быть, Старик решил заняться политикой? Нужно попасть в синопский клуб и узнать, кто этот Б. Будь осторожнее у парламента. Не учи ученого. Твоя неосмотрительность у Банка Англии почти что обвалила фунт. Главное слово – почти. Кстати, об обвалах. Как там ключ, который мало что открывает? Генри его изучает. Думаю, хранилище наше. Почти наше, Иви. Почти. Скажите еще раз, какова наша цель? Среди бумаг Люси Торн я нашел письмо принца-консорта. Там тот же знак, что и на вашем ключе. Письмо 47-го года. 47-го? В том же году принц стал реконструировать Букингемский дворец. Хранилище для плащаницы. Но поскольку на карте почему-то нет подписи «Тайное хранилище». Ваше высочество, это мисс Иви Фрай. Мисс Фрай, Махараджа Далип Сингх. Это честь для меня. Генри, нужные вам планы уже забрали. Забрали? Но кто? Кроуфорд Старик. Или те, кого он нанял. Я знал, что вам знакомо это имя. Вернуть их можно, но там много охраны. С этим проблем не будет. Я так и думал. Нам нужен план. Я постараюсь отвлечь стражу, а вы проберетесь внутрь. Да? О! Ради вас, Иви. Безусловно. Что ж, я найду того, кто знает, где хранятся бумаги. И встретимся в поезде. Осторожней. Каков план? Даете сигнал, я отвлекаю стражников, кидаю дымовую бомбу и скрываюсь. И пока они заняты, в дело вступаю я. Начнем? Я справлюсь. Верх наглости. Взять его! Ты у меня замолчишь. Переломайте ей. Не они. Клянусь вам, мисс, я не знаю, где он теперь. Что за он? Человек вроде вас. Стража его утащила. Генри. Украденные планы, где они? Я вправду ничего не знаю. Планы, задача. Эй,
Эй, вы же дети Клары. Мистер Генри схвачен. Мы не справились. Но одного я укусил. Они были в красном экипаже. Но они рядом. Одно колесо держалось на честном слове. Вон, даже по следам видно. Так и найдете. Ну, давай. Вперед. Вылетело с дороги. Они гнали во всю прыть. Тот самый экипаж. Нашла. Теперь за Генри. Так и надо. Насчет экипажа ничего не скажу. Но сегодня тут творились странные вещи. Шныряли всякие подозрительные типы. И все с оружием. Не к добру, не к добру. Колесо отвалилось из экипажа, кого-то вытащили. Сказали, головой ударился. Они зачем-то отправились с ним в церковь. Могу поклясться, что запирал их. Они же были закрыты. Видно, опять эти чертовы сорванцы. Приходит в себя? Генри. Не знаю. Мы хорошо его шарахнули. Он вряд ли быстро очнется. Надеюсь, он не тронулся умом. Так он же ассасин. Они и так чокнутые. Иви, они отправили кого-то перепрятать планы. У вас их нет? Вы ранены? Нет. Идем. Что насчет планов? Утеряны. Иви! Думайте о том, как нам сбежать. Покажитесь, мисс Найтингейл. А мне надо найти хранилище раньше Старика. Поговорим с Махараджей. Нет, к Махараджи пойду я, а вам осмотрят голову. Извините, похоже, я разрушил ваши планы. В поезде вам ничто не грозит. Вам не войти во дворец, даже если вы найдете это хранилище. Я буду не одна.
До встречи в поезде, мистер Грин. Отлично. Вот и вы. У меня кое-что есть. Генри, не стоило. Еще подарки? Да ты меня балуешь. Темплиеров все меньше, вынужден признать. Грачи успешно. Ты слышал, Иви? Успешный. Вы не теряли времени в Лондоне. Горжусь вами. Мисс Фрай, я принес книги. Надеюсь, я вам не помешаю? Нет, напротив. Я буду только рада. Это гербарий? Вы что, собираете растения? Представьте себе. Говорят, что у англичан это принято. Вы знали, что растения — это символы? Вроде что-то слышала. Ну, конечно. Но, к сожалению, у меня нет на это времени. Я могла бы вам помочь, если вы не против. Буду очень благодарен. Спасибо вам. Резеда. Прекрасно не только снаружи. Какой-то сомнительный комплимент. Дева в дымке. Как мило. Ее еще называют Чернушка. Нарциссы? Эгоизм. Надо купить букет Джейкобу. Как тонко, мисс Фрай. Все это очаровательно, но меня ждут дела. Если что... Я пришлю цветы. Ирисы. Послание. Верно. Кто же ты, Б? И что ты затеваешь? О, мой старый знакомый, мистер Дизраэли. Господин премьер, кто из друзей хочет предать вас на сей раз? Закон о борьбе с коррупцией – важный шаг в реформе правительства. Если партии большинства просто диктуют результаты выборов, о какой свободе может идти речь? Если мы мало-помалу уступим свои права крючкотворам, ни о какой, сэр. Опять вы за свое, Гладстон? Да вы готовы броситься под колеса прогресса, лишь бы не упустить ни грана власти. Клянусь богом, Дизраэли, вы глупец. Я не стану спокойно ждать, пока вы уничтожите парламентские привилегии. Разумеется, нет. Скорее вы нас всех загоните в ермо тирании. Мистер Гладстон, может нам вообще отменить хартию вольности и вернуть корону проклятым Стюартам? Да как вы смеете? Я всего лишь не желаю отдавать парламент во власть судейства. Это не дает вам права на низкую клевету. Я не позволю. Я отклоняю эти требования. Всего доброго, сэр. Б, полагаю. Да, нехорошо вышло, мистер Б. Б? Меня зовут Герберт. Что вам нужно от премьер-министра? Просто работа, сэр! Один старик мне заплатил! Какая наглость!
черт возьми! Откуда ты взялся? Ну, я родился в Кроуле, но это к слову. На кого ты работаешь? Я не знаю его имени. Старик, бородатый. На нем еще мундир был. Гусар, наверное. Что он хочет? Нет, меня убьют! Я сломаю тебе ноги, и тебя отправят в работный дом. А от старика можно сбежать. Завтра! Мои люди нападут на карету премьер-министра на пути в парламент. Ясно. С визитом я опоздал. Теперь придется пробраться в карету. Что все это значит? Вы кто, черт вас дери? Премьер-министр, теперь я буду вас охранять, Джейкоб Фрай. Мне ничего подобного не сообщали. Кто вас ко мне направил? Дай мальчику сказать, Дизи. Мадам, простите. Узнав, что вам грозит опасность, полиция решила действовать быстро. Что? Опасность? Именно. Одну минуточку. Откуда они? В укрытие! Эй, ты! Не вернется! Уже не проснулся! Позвольте, что это значит? Не так быстро, ваша светлость. Только такой бесхарактерный субъект мог на это пойти. Покажитесь, Гладстон! Где вы, бесхребетный негодяй? Чертов Гладстон! Вот негодяй! Он за это заплатит! Благодарю. А что вы собираетесь делать с Гладстоном, юноша? Уверяю вас, мэм, Гладстон здесь ни при чем. Но он же хотел убить моего мужа. Ну, Гладстона мы проверим. Возможно, вы поможете мне с другим делом, мэм. Нам нужен некий господин из парламента. В возрасте, кавалерийский мундир, пышная борода. Я полагаю, вы человек решительный, мистер Фрай. Ну, да, так и есть. А знакомы ли вы с более бедными кварталами города? Немного. Чудно. Дело вот в чем. Я давно хотела увидеть своими глазами акр дьявола. Если вы сопроводите меня, я с радостью поделюсь информацией. Мне кажется, мысль неудачная. Значит, решено. Жду вас здесь же, на Даунинг-стрит, завтра ровно в 8 вечера. До завтра, мистер Фрай. Но... До завтра, мистер Фрай.
Миледи? Мистер Фрай. Готовы к прогулке? Акр дьявола начинает просыпаться. Боюсь, я должна отменить нашу прогулку. У дома буквально толпятся эти назойливые журналисты. И я не могу позволить, чтобы меня видели в обществе вот... Я от них избавлюсь, а вы выйдете позже. Да-да, но будьте помягче, прошу. Эти господа из прессы почему-то не выносят насилия в свой адрес. Обещаю, волоска с их голов не оброню. Тише, Дезмонд. Ловко вы с ними, юноша. Дизи, стоит нанять вас и избавляться от либералов. Молодец. В экипаже журнала премьер-министра. Меня не должны здесь видеть, мистер Фрай. Вот хорошо. Вперед. Ну, давай. Какое жуткое место. Подайте мне руку, мистер Фрай. Посмотрим, на что похож акр дьявола. Что это с вашей собакой? О, ничего. Дезмонд просто не любит чужих. И кошек. О, мистер Фрай, взгляните на них. Да, кажется, они... У меня второй брак, мистер Фрай. Я и так все вижу. Храни их Господь. А что за мясо он продает? Лучше не знать. Да? Это что-то ужасное? О, может, крыса? Опасаюсь задеть присутствующих, но весьма вероятно, еще недавно оно лаяло. Вот она, старушка-бочка. Так вот это пинта, да? А? Чудесно. О. Милый пясик. Дезмонд! Умница, Дезмонд. Дай сюда псину. Мы с приятелями найдем тебя, вот увидишь. Ладно, Дезмонд, давай вернем тебя хозяйке, которую я оставил без присмотра в одном из самых опасных лондонских пабов. Если вы никогда не говорили отцу о своих переживаниях, откуда же ему было знать? Никогда об этом не думал. Наверное, мы все хотим, чтобы нас любили. Именно так. Вот, возьмите. О, Дезмонд и мистер Фрай, знакомьтесь, это... Простите, как вас там зовут? Ублюдок Джон. Чудно. Думаю, вам пора домой, мэм. А вы правы, мистер Фрай. Идем же, Дезмонд. Так, так, так. Смотрите-ка, тут собачник. Так, давайте без опрометчивых решений. Stop!
башке ему! Хочешь, я тебя на кочергу посажу! Молодец. Что ж, благодарю вас за весьма яркий и познавательный вечер, мистер Фрай. Вам спасибо, мадам. Теперь вы мне расскажете о господине в гусарском мундире. Ах, да. Этого джентльмена зовут лорд Кардиган. Он невыносим. Вечно разглагольствует о своих военных подвигах. Вы знаете, где с ним можно поговорить с глазу на глаз? Думаю, да. Сейчас ему вздумалось вести кампанию против Биля о борьбе с коррупцией. Молодец. Вы наверняка найдете его в Вестминстерском дворце. Будьте осторожны. Правительству не нужен новый скандал. Обещаю, что буду благоразумен. Мы на месте, мэм. На месте? Как это мило! Спасибо. Благодарю за чудесный вечер, мистер Фрай. Я отрекомендую вас Дизи. Да. Пароль для встречи с лордом Кардиганом? Что это еще за чушь? Спокойно. Он у меня в кармане. Не зевать. Без моей проверки никого не пропускать. Кардиган зашел слишком далеко. Думаю, я сам обращусь в Скотланд-Ярд. Ну же, господа. Я был уверен, что мы объединились против этого закона. Простите, господа. Сержант Аберлайн из Скотланд-Ярда. Так где ведется эта скандальная деятельность? О! Что? О, да, да. Сюда, пожалуйста. Идите за мной. Но никакого шума. Никому не хочется быть замешанным в подобном скандале. Понимаете? Да, разумеется. Обычно я маскируюсь, но в этот раз обронил всю одежду в Темзу. Объединяются после покушения. Пароль! Прошу прощения. Пароль! Балаклава. Прошу. Мистер Хайкер, минутку. Это волокита всякого в гроб вгонит, а? Мне бы коня да саблю, и в правительстве все пойдет гладко, как на регате Хенли. Но нужда научит, и все такое сейчас. А подпись. А тут росчерк, и тут, и есть. Трус! Подлец! Увы, герою Балаклавы суждено пасть не на прославленных полях Крыма, но от ножа ассасина в стенах парламента. Вы все сказали? Торжествуй, подлец! Ибо ты преуспел там, где проиграли русские пушки и индийские тигры. Бери свой трофей и подавись им! Да-да, а можно еще что-нибудь о Балаклаве? Прощай! Прощай, моя Британия!
Твоя заря померкнет, ибо граф Кардиган уснул навек. Боже, храни королеву и мой полк! Что за бред? Ты в норме? Это с учетом эскадрона смерти на хвосте. Помощь в пути. Зачем ты так надрываешься? Тамплиеры не твоя забота. У меня был коллега, сын нашего босса. И я считал его никем. Все относились к нему, как будто он весь из себя особенный. А мне казалось, что он не думал ни о чем, кроме своих собственных интересов. Но я оказался неправ. Мы подружились. Он прошел сквозь ад, а в итоге спас нас всех. Ну и я решил... Извиниться я не смогу, но смогу, не знаю, жить по его примеру. Ты хороший ассасин. Да твою ж мать! Привет. Сколько лет прошло? Галина? О, боже, мы не виделись после взрыва лаборатории в Париже. Да, только взрывов было много, а ты вопил, как резанный. Епископ сказал, что Отцеберг здесь. Я убью его для тебя. Прекрасно. А теперь покараулишь? Я так хочу лечь и умереть. Отдыхай. Нас ждет важный бой. Шон и Ребекка в безопасности, но плащаница до сих пор не найдена. Приглашение на ужин. И кто тебя приглашает? Максвелл Рот. Главарь висельников. Не ходи. Не пойду. Я к мистеру Роту. Оружие? Не нужно. У меня свое. Вам на сцену, сэр. Прошу. А, вот и наш почетный гость. Садитесь, прошу. Я уже давно за вами наблюдаю. И знаете, ваши подвиги в войне с великим Кроуфордом Стариком меня впечатлили. Я убивал ваших людей одного за другим. Вас это не злит? Нет, напротив. Сюрпризы — соль жизни. А мистер Старик — это другая история. У меня тысячи указаний, и все жутко скучные. А что, если нам объединиться и уничтожить его? Что-то я сомневаюсь. Друг мой, если вдруг я вас подведу, и вы не сможете испортить жизнь старику, можете прийти и ворваться в этот театр и лично прикончить меня. А вы что с этого получите? Шанс немного повеселиться в компании такого храбреца. Договорились. Льюис, карету мне. Едем. Прошу. Вы что, ждете, что я поеду один? Поведете? Возница, Сент-Панкрас, и не щадите лошадей. Я думал, что вы со стариком на одной стороне. Что случилось? Ну, знаете, его сподвижникам нужны были мои услуги. Но он страшный человек. Я в курсе. Свобода, Джейкоб. Лишить ее больше, чем грех. Нам отказывают в праве быть людьми. Точно. Сент-Панкрас спасет нас от этого? На станции есть партия взрывчатки, которую скоро доставят старику. Вы хотите ее украсть?
что? Нет, я хочу ее взорвать. Да, отличный вариант. Внутри Сент-Панкраса стоит поезд. Я скроюсь с товаром старика, оставив за собой хаос. Конечно, Джейкоб, конечно. К нам приближается поезд, идущий в центр. Так вы сможете незаметно проникнуть на вокзал. Лишь бы с рельсов не сошел. Пожелал бы удачи, но удача — это миф. Я же позабочусь о том, чтобы люди старика не попали на вокзал. Поддайте жару, будьте так любезны. Отлично! Скоро старик сдаст свои позиции. Что ж, снимаю шляпу. Прошу извинить, меня ждут дела. Но вы заходите еще. Джейкоб, разве он не прекрасен? Я хотел прогуляться с вами еще разок. Правда? Да, есть одно дело. Три приспешника старика вот-вот исчезнут. А вы хитрец. Да, на этот раз я иду с вами. Не хотелось бы отдавать вам все лавры. Прошу в мой экипаж, Джейкоб. Льюис! Берите вожжи, как в тот раз. Что? У этих трусливых глупцов есть личные тюрьмы. Расточительство. Личные шайки лучше? Нет, нет. Зачем? Можно просто залечь на дно. До поисков я бы не снизошел. А, действительно? А ваша птица? Ей ничего не нужно. Она просто есть. Пожалуй, эта галерея никогда мне не надоест. Зачем старику искусство? Он нанял крайне одаренную женщину, Хэтика Дуалетер, скупать шедевры. У нее отменный вкус. Мы похищаем ее только из-за этого? О, нет, мой друг. Совсем не из-за того, что она любит искусство. Она делает на нем деньги для старика. А деньги и искусство несовместимы. Ждите меня в экипаже, и я нанесу ей визит. Прекрасно. Но будьте начеку. Если сделка не ладится, Хэти может пойти на крайние меры. Подгоните карету и ждите груз. Думаю, я быстро обернусь. Кто-то здесь должен знать мисс Хэти Кадуолладер. Я ищу мисс Хэти Кадуолладер. Не видала, но знаю кое-что о ней. И что же? Она ворует. Украла статую тут недалеко. Статуя, наверное, где-то рядом. Эй, малец! Знаешь что-нибудь о том, что тут случилось? Я видел, кто ее украл. Мисс Кэдволодер. Прячет в канализации.
Канализация, разумеется. Ну почему всегда канализация? Скажите старику, что товар уже в пути. А еще скажите, что я устала от таких условий. Меня послал не старик. А кто? Привет от Максвелла Рота. Сюрприз. Старик это так не оставит. Красавица моя. Почему Альгамбра? Надо же куда-то вкладывать деньги, заработанные неправедным трудом. И поверьте мне, лучшего прикрытия, чем индустрия развлечений, не придумаешь. Да ладно. А как же чувство триумфа после прошедшей на ура пьесы? Рукоплесканий? Рецензий? Я люблю, когда меня развлекают, Джейкоб. Если пьеса хороша, я вне себя от радости. Зрелище у меня в крови. И как вы весьма точно подметили, у меня есть склонность к театральности. Это моя особая черта. Ну давай. Вот и парк. Здесь вы найдете Бенджамина Раффлса, главу охраны старика. Тот, кто ему не угоден, исчезает без следа. Пожалуй, мы сдружимся. Осторожно. Охрана всегда поблизости. Вижу его! Я целюсь! Боишься, дружок? Я тебя выпотрошу! А кто этот ваш камердинер? А, немного странный, да? Пришел ко мне пару лет назад. Очень серьезный. Но всегда так вежлив. И у него много талантов. И кого я ищу? Честер Свайнбурн. Днем офицер, ночью доносчик. Устраните его, и связь старика с полицией исчезнет. Должно быть, он умен, так долго водить полицию за нос. Да, очень умен.
пошла. От Бобби у меня мурашки по спине. Мы же в Скотланд-Ярде. Где-то я его видел. Я сейчас подойду и покажу, что такое порядок. Это закрыто. Превосходно! Прошу, заходите в Альгамбру! Я всегда вам рад и найду, чем развлечь.